Праздничные мероприятия начнутся с 16 часов. Также традиционно пройдет выставка автомототехники. В ней примут участие более 100 единиц техники, в том числе мотоклуб, спортивные внедорожники, современные и ретро-автомобили. С 17 часов на Майдане парка Прибрежной челнинцев и гостей города ждет концертно-развлекательная программа. Ну, я надеюсь, что праздник будет очень веселый, широкий, интересный. Ну, мы стараемся не пропускать такие события. Ну, это как бы хорошо, это все это для людей делается. Это неплохо. Ну, ожидания там каждый раз сюрпризы бывают. Все как бы необычно, то вообще нас все устраивает. Ну, придем, конечно, очень даже нравится. Да, мероприятие посещаю и планирую посетить. Обычно всегда интересное, увлекательное. Хожу с подругами, весело проводим время. Также состоятся показательные выступления молодых спортсменов команды «КамАЗ-мастер юниор». Экстрим-шоу от команды «КамАЗ-мастер» в честь 35-летия команды. Мы договорились, что все те запланированные мероприятия планируют и готовят сама молодежь. Так, Рамиль Марванович? Совершенно верно. Да. Значит, мы оказываем взрослые помощь и поддержку, понимая, что наша молодежь талантливая, креативная, умная, хорошая у нас молодежь. Мы это понимаем и, безусловно, поддерживаем все те стремления и желания, которые у них есть. Хедлайнером Дня молодежи станет «Лимба», украшением станет праздничный салют. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, новости Челны ТВ.